Певица Лайма Вайкули сейчас ходит в платке или шляпы. 68-летняя звезда советской эстрады Лайма Вайкули недавно вернулась из Америки. Наблюдательные поклонники увидели после этого на ее голове платочек. А на последующем выступлении артистка выходила на сцену в шляпы. Тяжелобольная Вайкули, как выяснилось, перенесла операцию по омоложению. Речь идет о подтяжке лица, которая убирает глубокие морщины и нависание век. Подробнее об этой операции рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова. Процедура относится к категории малоинвазивных операций и выполняется при помощи пластинок из специального саморассасывающегося материала, на который закрепляются ткани, цитирует хирурга сайту Aman.ru. Следов на лице не остается, а разрезы, через которые осуществляется операция, делаются на границе роста волос. Сама Вайкули недавно пережила рецидив рака груди, который у нее диагностировали еще в 1991 году.